большая комната, помнишь, блядь? Вот. Блин, открыла, пусто, пусто внутри. Ладно, короче, есть ключи много раз. Тихо. А, здесь, здесь, здесь! Ух ты! Уходим, блядь! Фонарь вырубай нах! Скотина! Он, сука, убит меня! Чё ты не бегаешь? На Е нажми. Аааа, нихуя! Оно бегать умеет, блядь! Ну, привалим, блядь! Иди тут, я боюсь скучать это. Блядь, звук нахуй, ёбаный. Аааа! Оно сзади, блядь! Сука! Расист, ты не любишь китайцев? Ты создал? Я не люблю узкоглазых. Что? Я плохого сделал. Нет. Че, не видел это видео про... ты вытираешь мне какую-то тичь? Нет. О, все, все свои. Да, блин, че, пап? Скотинка только одна. Давай сейчас просто на всякий случай подождем. На всяких этих, давай подождем, пока всех появится эта хуйня. Ну, появился. Я ради. Он мне не написал, что А, вот я написала. Я где-то через минуту появлюсь. Так, нельзя обойтись. Ой, о! Возле бабы какой-то резнулся. Разрешите Подожди, а, во, слушай, мы же в этой комнате. Ахре, в два раза разговаривать. Въебало этой дури, не смотрите. Слушай, а мы где-то в жопе, походу, появились. Так, я ключ нашел. Я, а, я в жопе появился. Входим. Я дверь открыл. Товарищ священник, пошли за мной. Нет, реально, это бред какой-то. А как к вам телепортироваться именно? Правой кнопкой, классы, классы, пока не появишься рядом. Вот она идет. Где? Сзади. Выключай свет. Ой, не смотри на нее. В пол, в пол. Да не подходите к ней. Валим, валим нахуй, не смотри. Не смотри, не смотри. Свали. Беги. Сволота. Не смотрите на нее, блядь, она же там повышается какая-то хуйня. Я там такую панику, конечно, звери. Бля, надо тут уходи. Валим, валим. Пошли в дверь, быстрее, в дверь. Все, уходим. Бля, я буду... Блядь, здесь все закрыто, где я? А ты где? Кстати, бэтбой поздравили. А как вас бить-то? Я не пойму, на какую кнопку бить? Когда ты в рейс пойдёшь, тогда сможешь. Опа. Всё, давай эту территорию теперь обшманиваем быстренько. Сука, куда ты телепортируешь? В жопу какую-то опять. Парашу. Так, ребята, здесь все закрыто. О, слышь, тут ключей до хера. Куда вы посваливали? А ну иди. Ко мне. Назад. Ух. Вот, смотри. Всё, поворовали. Давай, 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 двери, блядь. Надо все двери открыть, потому что там... Ой, я на кухню, блядь. Звоночек. Я открыл, я открыл. Рядом. Валим. Давайте, я на шукере. Почему я ты дверь открывает? Открывайте, я на шукере. Она с кухни идет, валим в дверь быстрее, блядь. А, она за дверь закрыта, блядь. Открывайте, открывайте. Не смотри на нее только, не смотри на нее. Посмотри на меня. Она возле вас. Она сзади, блядь, уходите на... У кого? Куда уходить? Эй, она в большой комнате сбора. Обернитесь, дураки, валите нахуй, двери с этой. Все, валим, блядь. Обратно, обратно, на выход. В смысле, а как понять, когда я в рейндж войду? У тебя вверху слева написано, нажмите кнопку Е, чтобы дать всем щи. Сука! Таратай, таратай. Блядь, уходите обратно на выход, давайте телепортим его в другую сторону, блядь. Она медленно ходит. Это что за говно пшикнуло? Дверь закрыта! Иди сюда. Пизда Смиту, кстати. Сука, ну чего вы такие, блядь? Где вы? Я вот не знаю, я просто... Уйди! Я пришел к нашу стартовую позицию. Да, Смит, посмотри на меня. Мне наверх. Обними меня. Не, а как его бить? Почему? Уйди, уйди, Ванильна тут! Я в палате спрятался. Все, на ней можно болт вешать спокойно. А, я понял, короче, когда ты умираешь... Нихуя! Мы с тобой
вдвоем остались. Она телепортится там, где мы, короче, понял? Надо отбегать сюда, я понял. Потом обратно. У меня три ключа было. Я забрал. Давай найдем его труп. Здорово. А, вот этот забрал. Как дела? Давай я иду первым, если что, я скрикнул. Дверь сколько ты там ходишь? Оп. О, апокалипсис, он тоже живой. Да ладно, серьезно? Надо отбегать, я говорю, как приём. Давайте, ребята, я на шухере. Чё нашёл? Я на шухере. Блядь, нет, нихуя. Сортир, ёпта, здесь. Вот полки, давай полки прошу, наверное. Ну если Смит сдох с ключами, значит не появились. Я забрал. Забрал. А вот смотри, тут крайний, ну-ка щелкни. Я не могу ключ подобрать. Почему я не могу подобрать ключ? Чё тебе два раза слышу? Какой-то эхо. С трупа этого Смита. Да с трупа я забрал. А внутри есть еще у него ключ какой-то. Это фонарь. Это фонарь. Ой, блядь. Ну пошли на кухню, мы еще кухню не шмонали, блядь. Там конфликты можно открывать, я точно знаю. Пошли. Кто первый? Иди первый, Рэйна. Апокалипс, где ты, блядь, носишься? Иди сюда, еб. Возле большой комнаты. Да сюда иди, там все, шмонали, надо кухню сейчас, блядь, прочекать. Так, вы ошмонали без моих ключей. Где ваша кухня? Блин, я чего, негра, что ли, взял? Там, где, блядь, убили этого. Райнер, комфортно. Да, ты был святым отцом. Ой, я взял ключ. Взял? Стальной. Что он так коварно? Тут револьвер, ребята, тут револьвер, жаль его брать. Оп, слышал? Где-то рядом. Так, Райнер взял ключ, да? Ну пошли попробуем дверь, главное, открыть. О, нашел дверь одну. А, оп. Она здесь, на кухне, Варайнер, уходи! Тут револьвер, ребята, тут револьвер. Идёт к тебе идёт. Я понял, я уже ушел оттуда. Куда уходить? Суки. Райнер не с той стороны. Райнер, блядь. Иди сюда, друг. Сука, где вы? Где апокалипс? Где-то дно, блядь. В смысле? Я возле там, где ключи много было. Райнер, открывай дверь, главное. Да я спрятался, не знаю, может она где-то рядом. Давай-давай, мы смотрим, что сидим. Она медленно ходит. Фу, блядь. Что было? Хуй знает. Что, не открывается? Блядь, это тут, я боюсь скучать. Это, блядь, звук нахуй, ёбаный. Аааа! Она сзади, блядь! Сука, дай нахуй, блядь. Тварь, блядь. Ну что-то я сейчас приснул, ёбаный в рот. Пошёл ты нахуй, я бы завтра убился себе. О, что-то потемнелось. Я тебе говорил, она телепортируется на звук. Да она, блядь, в миллиметре от меня была, нахуй. Так, ну чё, блядь. Значит, этот ключ, который вы нашли, давайте с самого начала, начали открывать эти двери какие-то, которые вначале были, блядь. Видимо. О? А как открывать? У меня есть ключ. Левую клавишу мыши просто щелкаешь, да? Левую держишь, зажимаешь. Где-то рядом там. И мышь это, и ходишь влево, вперед, назад. Типа он рукой зажимает ее, понял? Я понял. Пока, ой, что-то здесь пищит, валим, она где-то здесь появится сейчас. Что-то музыка какая-то играет. Нормальная музыка. Блять, мне все потемнело нахуй. Сейчас попустят. Я есть ключ, но не знаю, что он открывается. У меня 5 ключей, но я не знаю, что они открывают. Я же тебе говорю, вернись назад все двери, которые здесь закрыты. Я все там прошмонал. Беленькие ключи не открывают железные двери, понимаю. Сука, она в большой комнате. Опять куда-то в ебене улетел. Блять, надо искать нахуй. Не пизди. Я вижу, что-то лежит, блядь, но дверь закрыта, блядь. Там через окошко видно, сука, как открыть. Зынь, а где-то рядом. Кто там ревет, блядь? Это тёлка, блядь. Ну это она, ну где-то рядом, да. Ага, вот она, вот она. Я больше Урал пугаю, чем она. Райдер,
Мама тебя. Она, блядь, она идет к апокалипсису, да, все ништяк. Все, она ушла. В ту комнату, бля, большую, где ключи, вот она, видишь. Блядь, уходим, давай, уходим, 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 давай. Я здесь за тобой. Все надо, каждый уголок, нахуй. Бочку можно разбить? Бочку нельзя. Во, я еще одну дверь на кухне открыл. Открыл на кухне дверь? Да, сторож. Это такого. Ну ты понял. Я понял. Че, на кухне идем? Она телепортировалась где-то на кухне. Да, да, сейчас идем. Пошли на кухню. Блять, она мне фонарик тебя ломает. Ты не она, у тебя батарейка, наверное, садит. Я перезарядил. А как перезаряжать? Снайр. А, во, кухня, Райдер. Ты где? Пойдем. Идем, идем. Блять, тут дохуя еще дверь, блядь. Это закрыто. О, бля, руки нахуй с пола лезут. Да, я уйду. Она сзади, Райдер, блядь. Сука. Она идет на кухню. А чё у тебя за руки это, блядь? Здорово. Хочу, хочу, хочу. Чё-то галёный начинает, брат. Блядь, это долго живешь, понял, я так понял, короче, ты долго живешь. Этот... Борода начинается. Чё? Она начинает моргать, короче. Она на кухне, она на кухне, блядь. У меня все потемнело, блядь. Как раз вовремя. Кто-то дверь открыл. Уходи! Не иди сюда, не иди сюда, не иди! Видишь мой этот? Не иди на него! Я вам хотя бы вы уйдете. Бля, где она нахуй? Я не знаю, где-то я. Она плачет. Ай, блядь! Она на кухне, сука! Чик нашел. Если темнеет, то значит она рядом, да? Еще ключик нашел. Блять. Так, она ушла с кухни. Конечно, она, блядь, на наш рейс придет. Я просто на кухне. Блять, она, сука, сюда, иди нахуй. Че, на нее смотреть нельзя, да, блядь? Да бесполезно, я к тебе подхожу, мне начинает заряд идти. Даже рядом с тобой уже. Блядь, она меня поймает. Урал, извиняй, нахуй. Ты еще умрешь. Все, заряд идет. Че, да? Красный, 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 красный. Сейчас мы услышим. Валим отсюда, вали, там тупик, блядь, она сзади меня. С респа, уходи, уходи, вон, блядь. Зараза, дай мне выключить свой амулет. Чё-то нихуя у меня больше не заряжается, чё-то за бред какой-то стал. Я понял, короче, ты любишь обнимашки. Оп, сейчас я проверю эти двери. Так, вот. Это открыл. Ништяк, давай следующую. Я давай. Вас потерял, ребят. И это открыл. Руки, руки слева от тебя, блядь. Это у тебя, Галюна, не у меня. Да? Так у меня ещё есть ключ один. Я нашел молоток. О, давай, сейчас будем что-нибудь ломать, нахуй. Молотком деревянной двери можно ломать. Мне надо в узких Бочки. Проемах не стоять. У меня тут какие-то, бля, руки. Руки? Какие руки? Я никаких рук не вижу. Это все темнеет. А это, говорю, у каждого свой галюн. Фу, блядь, ну чё, это, это, короче, чем больше я возле вас нахожусь, тем вы больше галюнов ловите. Да, походу. Пошли что-нибудь молотком пробуем разломать, нах. В голову и проломать, слушай. Да, кстати, да. А тут я все обшмонал. Тут можете даже... Ах, все, да. Одна комфортная. Хотя я вас боюсь потерять опять. Зынь? Че это такое, блядь? Рядом. Она телепортировала. Заказ пришел. Вот она, блядь. Свободная касса. Она большой. Возле нее нельзя находиться, там заряд Райнер. Уходи к нам, блядь. На север. Так, ну че? Застрял. Мы можем разъебать.
руки, убери руки свои, убери руки. Жидва ушел. В большой комнате одну дверь открыла. А, это сортир, походу. Сука. Что это такое, блядь? Где она? В большой комнате, она в большой комнате. А, вижу ее. Пошли нахуй на респу. Подальше мне нужно. В энергии не вернулась. Сучка, блядь. Так, а что с Рейнером, че он встал? Рейнер, ты тут? Рейнера вылетел, походу. Чё себя фига вспомнил. На меня фонарик херачит. Так, где-то рядом телепортировалась. Я ни хера не вижу, мне понял, одновременно и потемнело и... Да потому что у меня руки вылезли, нахуй. Райнер, ты вообще играешь, нет? Клафика. Не обнимаю. В руках, короче, я это самое, я... Стамина у меня работает охуенно. У меня рук нету. Бляха, муха, руки, сука. А что они делают? Да нормально. Блять, ну что, надо найти, что молотком можно разъебать. Сука, блядь, опять почернело. Рейна, ты не семью. Что за звуки? Я хуй знает, где ты? Теряйся. Рейнер сейчас на них будет смотреть. Да не, я понял, короче, походу не смотреть, а если чем ближе подходит, тем больше заряда. Не, почему? Ну почему? Я был прям впритык к ней. Ну, потихонечку заряд, блин, если потемнело. Заряд. Так, не темнело, да? Ты думай башкой давай, тут что-то разъебать надо молотком, а чё именно? Деревянные двери можно, по-моему. Пойдём деревянные двери. Зинь? Где-то быть рядом. Нет. Может, ящики попробуй. Ни хера, они засветились беленьким. Одну дверь открыли, надо вторую, блядь. Может, какое-то окно, блядь, ебаное там, нет? Может, если типа заколоченные двери попробовать. Они есть вот такие? Я видел, да, заколоченные одни. В этой игре. Блин, Рейнер стоит как это, как камера какая-то за ним, наблюдаешь? Нарва. Так, оно. О, это открыл. Бля, чё за дурак? О, она здесь уходит. Руки. Руки. Ура, он глючит. У меня скример вылез, ёпта, сука. Так, да не, чё-то я вас вообще, вам ничего не могу. Там делать двойная слева. Тактика, братан, тактика. Нет, реально, да у меня даже этот заряд не набирается. Вот смотрите, стоит Рейнер. Слышь, у меня стена пропала. Вот у Рейнера слева стена, тут ее нету. Что-то с ней не так. Чё, у меня есть? Вот это вот. Иди, нет, он стоит. Там на трупе стоит. Он лежит стоит. На месте с фонариком. Это... Ну. Это труп, блядь. А какой скин? А Смит лежит. Так, блин, Смит это и есть. Это и он. Да, всё, не волнуйся. Не паникуй, иди и нас ищи. Ух, ема. Так, ну чё мы нахуй... Зинь? Блядь, у меня что-то стрейф не работает. Че, здесь нет нихуя? Валим тогда отсюда. Видишь?
видишь, где-то двери надо еще двери потыкать. Видимо, вы не все потыкали, блядь. У меня еще есть ключ, я ничего не открываю. Надо типа тебе протираться уже, да? Да. Ну, противный срок хочет обниматься. О, блядь, да что такое, сука, опять какая-то хуйня. Скримеры? Ну. Да. Началось. У тебя тоже нет цвета. Фу, блин. Блядь, мне что-то стрейф периодически пропадает, блядь. Да, бывает так, да. Блядь, ну я, короче, в тупике, хуй знает, все пооткрывали вроде. Так. Я нашел. Чё там, где мы резко разбегите. Чё там? Ёбаная рука. Чё я там? Сломал. Чё? Давай, давай, дед. Оп, нашел барышню, где еще? Да, я дверь сломал. Оп. Как? Молотком. А, вот, видишь, самая последняя дверь? Да, да, да. А, хуй. Я убрал с нее это деревья, понял? А теперь ключ найти. Теперь надо ключ найти к ней. Стальная, походу. Жалко, что она ключи использованные не выкидывает. Где же все вместе еще? Где-то обзыкнула рядом, сука. Ну может это самое, появился ключ, видимо, понял, да, как ты это сломал? Он где-то респанулся, походу, дело. У вас тоже руки здесь? Не. Я же говорю, у каждого свои галюны. Надо еще по всем нычкам пройтись, потом по этим, по полку, потому что... Что я не могу двигаться вообще? Зареспился. Где меня держит? В руки-то не заходи, бля. Так они были. Ууу! Сука, бля. У меня скример вылазит и заебался, блядь. Блядь, ни хера не вижу. Ааа, на земле! Сука! Обсирается нахуй. Подожди меня, слышишь? Тебе я не могу. Грустно. Да не, даже не заряжается, смотри, энергия не заряжается, ноль. Я просто иду за вами, смотри, у меня ничего не делается. Ошибка, ну, может, может делать, ты вообще быстрее начнешь бегать, блядь? Уйди, уйди, я не могу двигаться, я не могу двигаться. Тупик, бля, куда ты идешь? Там тупик. Я не могу, короче, идти заново. И что, меня телепортируют тупо, ребята? Это баг. Это у меня не работает. Боже, меня чудо какое-то спасло. Нет, ты просто не. Ты нажал на кнопку телепортации. Нет, я ни на что не нажал. Там яйца лежат? На кухне, да. Может, у тебя время на цель меня делать? Типа, оно само себе переизбыток маны, оно блинкает. У меня тоже такая херня была. Когда много человек смотрит. Сухи руки повылазит. Нет, я говорю, когда переизбыток маны, но телепортирует тебя. У меня тоже такая херня была. Короче, нужно всегда смотреть на нее, чтобы переизбыток маны. Что это такое? Ты попробуй все кнопки потыкать, правда, блядь. Она в комнату заходит кому-то, блядь. Охуеть, вы че, ебать, я ничего не могу сделать, я просто хожу. Кайфуй. А почему я двери не могу открывать, которую вы зашли? Можешь. Блять, что, если я мог открывать? Подключи их там. Что это такое, нахуй? Света нет, у меня ничего нет. Да тоже нет. Чё? Рейнер. Так, я на большой комнате респанулся.
Прощай, кого-то сожрет. Прощай, родина. Дай бог здоровья. Прощай, родина. Че ты не бегаешь? На Е нажми. Ааа, нихуя! Он бегать умеет, блядь! Это пиздец какой-то, валим нахуй! На Е что ли надо нажимать? Ёбаный в рот! Пиздец, ты нахуй ему сказал, блядь! Я в ловушке, блядь! Ебать, я сам чуть не обкакался, нахуй, че это было, нахуй? Все, меня уже нет. Да ну нахуй! Это жопа, блядь, какая-то сейчас была, нахуй. Я не знаю, как я вышел. Реально, бог спасает. Пиздец. Пацан говорит, не заряжается, не заряжается. На нахуй, ёбаный. Как даст чарж. Покажи, ты живой? Да, у меня что-то под... Сука. Блядь, ну надо, блядь, ключ найти. У меня есть ключ, я не знаю, что я ему скажу. Ну, это другую дверь открывает. Сука, вот теперь она стала реально опасной, нахуй, тварь, блядь. Может где-то на стенах, блядь, слушайте, а? Висит. Да, блядь, нет, фонарик, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Апокалипс, а ты где, блядь? Я прийти. Пока. Алло. Сука, руки. А, она в сортир, она в это, на кухню побежала, на кухню. Смит убит? Почему я Смита убил обратно? Опять. Смит, ты живой был, что ли? Нет. А ты почему глупки. Я тебя убил, Смит был убит написано? Ёпта, убивай всех. Так... Она вон, смотри, она за дверью, вон она. Я понял, подожди, можно, она может открыть-то. Открывай нахуй, она исчезла, блядь. Блядь, да ну нахуй, где-то здесь ключ должен быть, блядь. Здесь у меня куча было батареек, почему у меня сдох фонарик? Вот это полка, блядь, здесь, наверное, что-то можно сделать. Ой, блядь. Это чё? Это чё, бьёте? Слушаем. Сваливаем где-то, блядь, где-то она шикает нахуй. Здесь. Вон он, слушай, там ничего не нашел. Я забыл, один больше не выношу. Кого вы с предметами повзаимодействовать? Покажи, ты-то где, блядь, смотри. В большой комнате. Я за вас только что проходил. Мы закрылись тут в кабинете пока, что она... Она в большой комнате. На контур приседать можно. А как ты бок поворачиваешь? Я... Кстати, когда вы далеко от меня отходите, я почему-то вас видеть перестаю. Чё за бред? Всё правильно. Пока я стою в туалет. Либо у нас какие-то с графикой, то ли чё, но я... И фонарик надо вырубать, плохо вас вижу. Нормально. Это нормально. Что ты должен всё видеть, Миша? Блять. У меня с фонариком это беда. Годен к ближнему бою называется. Что, у тебя тоже фонарик сдох? Да, так я кучу батареек просто понабирал такую, что забей. Ну, видимо, зажрало всё, бля. Всё, у тебя же тоже нет? Твои руки. Сука, отпусти. Всё, вообще там этот джедай выдаёт. Я без фонаря. Здесь какой-то маленький ключик, какой-то жопе мира лежит, я больше не верю. Что это за звуки? Только задом могу идти. Я стрейфить не могу направо. Ну, у меня такое бывает тоже, то, видимо, это за неё глюки такие. Всё, я без фонаря. Всё, я уже нихуя, я тоже без фонаря. Ну, видимо, мы проебали эту хуйню. Тут унитаз смыл. Опасный унитаз? Блять, может ящик какой разбить надо? Блять. Ну тоже ж у меня. Сука.
дверь какой-то тело стоит. Закумарляйтесь. У меня кнопка вперед переработать перестала. Че за нахуй? Ты в стену врезался, кто баба? Я вижу тебя, нельзя пустить. Бля, только жопой ходить могу теперь. У меня баба сейчас в стену просто идет. Куда опять сервак не выдержит так долго игры. Да нет, просто нормально. А, это Рейнер только вылетел, походу. Не, я хожу. Вот это... Шо, слышал, что-то разбилось. Я уже настолько реально, это я уже, блядь, рад был бы увидеть. По нам сейчас ходить. Фу, блядь. Да хватит. Скримеры заебали, бля. Угу. Чё, ладошки с пола повылазят. Беги, сука! Ну давай, через полминуты, если не будет пересоздания. Еще раз повтори. Это психушка. Ва! Сидор умер. Сразу же понял. Наигрался. Это что за монстрик? Слушай, это та же карта, только она изменилась. Райнера выкинул. Так, ну давайте я пересоздам туда. Райнер, ты выкинул тебя или что? Нам. Я зашел на комиссар. Вот здесь еще хуже, короче, тупик, чем я ожидал. Скажи, куда пересоздашь? Да это он здесь. Так, ключи зарандомились, да? У меня ключи, два ключа есть. Стальной и один. Блять, он был в большой комнате за дверями, я видел. Вот ага, выход. Молоток нужен, да? Да. Пошли тогда в другой этаж. Туалет. Гизер, ты где, блядь? Иду к вам. Может, в туалете чего есть? В унитазе там, блядь, в прошлый раз что-то валялось. Батарейка. Вы где? Я сортир. Ага, я тоже сортир иду. Ключи А2, а нет, А1, то же самое. Только в другом туалете. Ну, по идее, тоже на этом же этаже, ну, другой офис. Пойдем вниз. Ой-ой-ой. Еще не... Валим! Ай, уходим, где? Тихо. Сзади где-то. Блин, тут тупик. Пошли вниз, в лестницу, блядь. Да куда вы побежали, на лестницу, ёпты мать. Тут тупик. Пошли нахуй, да. А как дверь открыть, ё-мы? На самый нижний этаж. Мышку задержишь, зажимаешь кнопку. Где они? А где вы? В первом этаже. Офигеть, я вас потерял. Меня сейчас сожрут, походу. Нашел лестницу. Давай бегом, блин. Альп! А, это фонарик. Блин. Ты чё, дверь дурашка? Нет. У меня фонарик на голове такой повис почему-то. Он в руке его на голову держит. Блять, так здесь хуя. Ничего не откроет. Значит, другой этаж. Уже все этажи вроде тоже прошмонали опять. Нет, уже один прошмонали. Там кто-то был сзади, слышишь? Блин, тут с лестницы, это бред, узкий проход. По-моему, на третий этаж надо. В третьем этаже там вообще какая-то неизвестная хрень. Ну пошли, пошли в лестницу, ходим. Как он выглядит? Черт. Когда увидишь, тогда как знаешь. Ебака. Я тебе говорю, там стоит. Блин, я свои тени не использовал. Кто фонарик за ним не включил? Кролик. Блин, слушай, походу эти кролики, там было написано, что он с помощью кроликов походу видит. Нет, он может. Когда по ним ходит. На любой этот самый предмет нажимает и этот из инвиза выходит. А на каком этаже? На последнем. На верхнем. Ну чё? Па, музыка. Так а где двери? Да во все двери стучись. Стучусь, вроде ничего. Так, здесь ничего нету. Ну где-то здесь, походу, на лестнице. Вот, А1, А113. Ну-ка сюда, беги. Тут уже А начинается. А114. А1 это вообще на первом этаже первая комната.
Это там, где надо слом... Опа, ключ. открыл. Умирать так дружно. Опа, ключи в раковине. А, батарейка. Чё, всё ради батарейки? Я нашел ключ. Отлично. Какой-то ключ, короче. Сейчас у нас в проходе возьмёт дверь. Всё, давайте, я за тобой все ходим. Походу от столовой, давайте самое главное дверь твою пощупаем сейчас. Столовой нет, она пошли второй этаж вниз. У меня походу два ключа от первой комнаты. Хры там фонарями вещать. Открыл. Какой этаж? Вы на каком этаже? Походу первый. Центральный, второй этаж. Я открыл столовую. Давайте все сюда, второй этаж. Сейчас. В самый... Какую сторону от лестницы бежать? Большая комната, помнишь, блин? Вот. Блин, открыл, а пусто. Пусто внутри. Ладно, я... Короче, здесь ключи много раз. Тихо. А, здесь! Ух ты! Уходим, блядь! Фонарь вырубай нахуй! Он сзади вас! Привали, блядь! На первый этаж, на первый. На выдохся, блядь, сука! Кого он мочканул? Меня. В спину взял. Скотина! Он, сука, блядь! Странный выход на втором этаже. Другие двери пробовал открывать? Оп, какая деревянная стопуда откроется. Нет, самое, большую комнату еще не обследовал, там тоже большие ворота. Блин, говно, он тут. Он тут. Нихуя вы, блядь. Дабл килл, слышишь? О, ключ, смотри, я вижу ключ. Есть, где наш респ? Блин, вот он.